Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Сегодня вспомним школьные знания. Итак, почему дерево кигелия называется колбасным? В тропической части Африки произрастает дерево кигелия с раскидистой кроной и толстым стволом, который может достигать до 24 метров в высоту. Когда-то европейские колонисты прозвали это дерево колбасным. Название возникло по аналогии с плодами продолговатой формы, напоминающей колбасу. Что измеряется в канделах? Кандела – это единица измерения силы света. Значение в одну канделу определяет силу свечения, которое излучает одна свеча. Какой пролив разделяет Азию и Северную Америку? Берингов пролив – это межконтинентальный пролив между Северным Ледовитым и Тихим океанами, который разделяет Азию и Северную Америку. Назван в честь российского мореплавателя Витуса Беринга, который прошел по этому проливу в 1728 году. Какое из этих произведений не принадлежит Чехову? «Бедные люди» – это первое оригинальное печатное произведение Федора Михайловича Достоевского. Роман представляет собой 54 письма, которыми обменивались мелкий пожилой чиновник Макар Девушкин и молодая одинокая швея Варвара Доброселова. Какова продолжительность суток на Венере, в земных сутках? Венера ввиду большой массы, в 93 раза тяжелее Земли, и высокого давления, в 92 раза больше, чем на Земле, вращается очень медленно. Скорость периодически варьируется. Но ученым удалось подсчитать, что в среднем одни сутки на Венере эквивалентны примерно 243 земным суткам, почти 8 месяцев. Что это за птица? Кукушка обыкновенная – это один из самых распространенных видов птиц, обитающих в лесах, парках и на садовых участках. Птицы получили свое название из-за специфических звуков, которые издают самцы. В каком году состоялось Бородинское сражение? Бородинское сражение – это одна из самых крупных битв Отечественной войны 1812 года. Русская армия под командованием генерала Кутузова сошлась в бою с армией Наполеона Бонапарта. Это было одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории. Что означает музыкальный термин «аллегро»? Аллегро – это музыкальный термин, указывающий на быстрый бодрый темп в исполнении. Благодаря преобладанию итальянской музыкальной культуры и прежде всего оперы, этот термин используется без изменений во всех языках мира, сохраняя одно и то же значение. Кто такой апатрид? Апатрид – это лицо без гражданства или подданства. Апатридом может быть человек, лишенный гражданства, добровольно отказавшийся от него, родившийся от родителей апатридов. Таким статусом наделяются граждане государств, которые прекращают свое существование. Чем пахнет воздух во время грозы?
Во время электрического разряда грозы образуется озон, который придает воздуху характерный запах свежести. В переводе с греческого языка название этого газа означает «пахнущий». Сколько позвонков в шейном отделе позвоночника человека? Позвоночник человека насчитывает 30-33 позвонка, из которых 7 приходится на шейный отдел. Это самый подвижный отдел позвоночника, он отвечает за подвижность головы. Как звали любимого коня Александра Македонского? Кличка любимого коня Александра Македонского – Буцефал. Он смог обуздать непокорное животное в возрасте 12 лет. Конь 9 раз спасал жизнь своему хозяину. На месте гибели Буцефала Македонский построил город и назвал его именем любимца. Достопримечательностью какой страны является изогнутый лес? В регионе Померания в Польше находится роща, состоящая из около 100 сосен, посаженных в 30-х годах прошлого века. Каждая сосна резко изгибается сразу по выходе из земли под 90 градусов на север, а затем отходит вертикально назад. Предположительно, такая деформация была создана антропогенно для дальнейшего использования древесины для изготовления мебели. За причудливую форму деревьев это место назвали изогнутым лесом. Из чего производится манка? Манка – это крупа грубого помола, изготовленная из твердых сортов пшеницы. По сути, это та же самая пшеничная крупа, отличающаяся более высокой очисткой и степенью помола. В процессе помола пшеницы остается около 2% отходов, немного больших крупинок, чем сама мука. Эти крупинки отсеивают и продают как манную крупу. Размер гранул манной крупы составляет 0,25-0,75 мм, что обеспечивает очень высокую скорость приготовления. Для какого фараона была построена Великая пирамида в Гизе? Великая пирамида в Гизе – это гигантский пентаэдр, построенный примерно в 2560 году до нашей эры. Пирамида была возведена в качестве гробницы для фараона Хуфу, который в греческих источниках известен как Хеопс. Что означает выражение «шапочное знакомство»? Выражение «шапочное знакомство» зародилось в 19 веке, когда в качестве приветствия было принято снимать шляпу. Оно означает поверхностное знакомство, когда люди знают друг друга, но не близко, например, в лицо и по имени. Какая величина называется скалярной? Скалярной называется такая величина, которая может быть выражена одним числом, например, длина, время, площадь, температура и так далее. Она принципиально отличается от вектора тем, что имеет только численное значение, а вектор также имеет направление. Кто написал роман «Доктор Живаго»? Борис Пастернак писал роман «Доктор Живаго» на протяжении 10 лет, с 1945 по 1955 годы. В произведении описывается жизнь российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Что означает выражение «крокодилово слезы»? Фразеологизм «крокодилово слезы» означает фальшивое сожаление, неискреннее раскаяние, притворный плач. Это выражение уходит корнями в древние времена, когда люди верили, что крокодил плачет, поедая свою добычу.
А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Как называлась советская школьная игра, показанная в кинофильме «До последней крови»? Напишите в комментариях ваш вариант ответа, как называлась эта популярная советская школьная игра. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал, и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.